Хейшки, ребятки, с вами Лекс, мы опять-таки сегодня продолжаем играть For Honor, и в данный момент я опять-таки буду играть за Стража, посмотрим новый режим для меня, ну точнее не для меня, я уже смотрел этот режим, для вас я запишу этот режим первый раз. Так, невосприимчивость к урону от кровотечения, конечно же, берем, и берем опять-таки своего Стража любименького. Здесь у нас будет захват территории, ребят, и здесь мы не только сражаемся, но еще захватываем, как вы, наверное, уже поняли, территории, именно точки А, Б и С. Здесь нам нужно будет противостоять 4 на 4, как это, в принципе, есть схватка, есть уничтожение 4 на 4, и вот есть захват территорий, тоже выделенный именно 4 на 4. Прикольно, у чувака символ, покебол. Кстати, покебол в таких играх легче всего сделать. Вот именно в играх, где можно сделать кастомизированную иконку, именно круглую. Заметили, да, в Бонке часто делают покебол, и здесь тоже... делают на щитах тоже покебол. Я уверен, что в будущем многие люди будут делать эти покеболы. И если вы хотите, чтобы я изменил свою иконочку, ее сложно менять, я не смогу сделать, если вы не поняли, Снорлакса или еще что. Поэтому можете написать, что вы хотите увидеть на моем знамени. Ну что, начали? Мы за сторону викингов. За викингов! Да. За меня викинги, как вы видите. Блин, надо было сейчас захватывать точку. Но я, наверное, уже не успею. А дадут ли мне очки за то, что я не успею? Дадут. Смотрите-ка, дают. 100 очков на барабане. Давайте дальше. Так, бэшечку. Сможем ли мы захватить бэшечку? Тихо. Тихо. Блин, не успел. Ай-яй-яй-яй. Ну его убьют, дружище, извини, у меня нету выносливости. Да что ж ты будешь делать? Как так-то? Что меня все толкают? Я не понимаю, откуда. Откуда происходят эти удары? Ну давайте попробуем захватить тогда. А, цешечка уже захвачена, вот что самое веселое. А если она захвачена, мы можем подхилиться. Привет! Ну что, там будешь долго стоять-то? А, это бот! Да как? Я не понимаю, ребят! Я не понимаю, почему я не могу его оглушить! Что за говно с этой игрой? Непонятно, ребят. То я могу оглушить во время удара, то я не могу оглушить во время удара. Эта игра либо не синхронизирована, либо все через жопу здесь идет. То она работает, то не работает. У нас, кстати, выигрывают как лохов просто. Нам все захватили, я так понимаю, мы против ботов играем, потому что я только что с ботом сражался. Так, я пойду помогу братану своему. Все, вы убили Дакама. Окей. Ну чё, все захватили, идем дальше. Пойдемте бэшечку захватим. О, бэшечка уже наша почти, смотрите-ка. На! Массовый удар! На! Тихо, пробегаем. Здесь вроде никого нету. На цешечке должен быть кто-нибудь. Смотрите-ка, никого. А, вот. Я не могу его... взять и оглушить. Вот. Ну делай же ты перекат! Почему она не делает его? Я не могу, ребят. Очень выводит из себя, когда он ничего не делает, мой персонаж. Я нажимаю на пробел, как будто просто так, как будто для себя. Окей, бэху захватывают, да, нашу? А сфига ли? А там самурай у нас, ага. Давайте убьем самурая. Ашечку и Бэшечку захватили. Вот засранцы. Их там, наверное, много здесь. Да нет, вроде не особо. Ладно, я падаю, падаю. Отстань. А почему я упал так неадекватно? Да вот говно. Отлично. Убил. Или не убил. Не убил!
Вы серьезно? Я-то думал, я убил уже. Да делай ты перекат! Не, ребят, это вообще какое-то говно. Вообще не делает перекаты. Я не знаю, может быть, пофиксили. Раньше она делала под нормальные перекаты. И вот сейчас я начал перекаты вот со вчерашнего дня делать. И она вообще перестала их делать каким-либо образом. То есть я хочу сделать перекат, она что-то... Типа, а, нога, а, что-то еще болит, видимо. Для не, времени для перекатов, короче. На. Отлично. Да что ты меня-то бьешь? Я уже его убил. Так, бэшечка захвачена, нет? Нет, не захвачена. Но мы сейчас можем это исправить. Что-то я устал. Отлично, одного убили. Так, сейчас я... Куда ты? Просто вы это видите? Нормально? Ой-ой-ой. Чуть не подожгли мой пукан. И так постоянно бомблю из-за этой игры. Да чё ты меня-то бьёшь? Сколько можно? Не, ну вы видите это? Я сейчас опять нажал на пробел. Вот что самое веселое. Да ёшкин ты матрёшкин! Я не знаю, сколько надо нажимать или за сколько секунд нажимать на пробел, чтобы она все-таки сделала свой сраный перекат. Потому что перекат не делается. Что-то много здесь. Пошел в жопу. Че, засало? Я бы тебя скинул, наверное, если бы получилось. Так, отходим. Зона А потеряна. А ну-ка, мы сейчас поднимемся и обратно ее захватим. Не делай это, не делай. Ну мы выигрываем, даже учитывая... А, не. У нас все точки у нас. Прикол. Чё, хилимся, живем. Не знаю, придет ли сюда враг. Но может без проблем прийти. Без со всяких проблем. Да вроде не приходит никто. Ну ладно, валим отсюда. Я отхилился. Мне это нужно было в первую очередь. Надо было, блин, тогда, когда я скинул того чувака, прыгать на него сверху. Но я не думал, то, что он выживет. Вот в чем дело. Я бы обязательно спрыгнул, ребят. Да отстаньте от меня. Что вы лезете ко мне? Давайте за... Ой, закрыто, закрыто. Че, откроется, нет? Ворота, нет? А, или они... Я не знаю, когда они открываются, когда они закрываются. Вот, открылись, походу, был звук. Ну, С они захватили. Вот я хотел С сейчас опять захватить. Они, оказывается, уже захвачены у нас все С. Где противники? Вижу одного. Ну вот, слишком рано нажимаю. Отстань. Кстати, он вроде бы даже не ударил еще, мой братан. Пошел отсюда за своим противником просто. На. Этот массивный удар, он отнимает очень много стамины. Очень много выносливости забирает. Это не очень красиво, поэтому получается. Башечку захватили. О, все. Мы сейчас должны один раз убить, и мы победили, ребят. По одному разу всех убить. Куда это там побежал? Отлично, первый есть. Да хватит меня бить! Как вы задолбали меня! Всегда по мне ведут атаку. Вон противник еще один. Все. Он уже мертвый. Не успела к нему подбежать. Там, кстати, подхилили нашего. Ой, их противника, их союзника. Ну, прыгай. Лох.
Пошел отсюда. Изи бризи, ребят, победа. Изи бризи. Мне нравится вот эта игра. Ой, вообще нормально, мы их унизили. Красиво. Нравится то, что можно. Вот об этом я и говорил. Сетевая ошибка. Ubisoft, я вас обожаю, вы самые лучшие. Спасибо, что дали до конца мне доиграть. Но сетевая ошибка в самом конце, что? Просто что? Зачем? Ладно, ребят, я не знаю, давайте еще один режим поставлю, попробую. Так, ребят, игра найдена. Давайте попробуем еще раз сразиться за нашего стража против человека уже. Дуэль 1 на 1 сейчас будет у нас. Мы с вами ее еще не пробовали. Мы пробовали дуэль 2 на 2, но по сути это одно и то же. И знаете что, ребят, я заметил, пофиксили нашего персонажа. Понерфили, лучше так сказать. Потому что раньше он сражался абсолютно по-другому. То есть раньше я мог при попадании в блок сделать кувырок. Сейчас я кувырок сделать не могу против, после блока. Сейчас я могу получить люлей только после того, как я сделал удар в блок. Он сделал мою же тактику. Да как ты успел-то так, алё? Я не понимаю, как он успевает. Тихо. Осторожно. Отлично. Е-бой. Ну чё, нормально все? Нормально? Отлично. Хотя бы первый бой выиграли, и то радует. Нам еще два раунда надо выиграть, как минимум. Что там открылось? А, понятно, что открылось. Пошел. Изи. Прикольно, вот обожаю вот эту тему. Когда скидываешь, и все, никаких проблем не надо. Ни полчаса бить не надо, ничего. Просто скинул и забыл. Вот это потрясающе, вот это я люблю. Ну, чувак, по сути, играет по такой же тактике, что и я. То есть, бьет быстрым ударом, потом отходит. Но он не делает перекаты, как я заметил. Да хватит! Не могу сделать перекат, ребят, не могу. Засал? Засал? У него восстановилась выносливость полностью. О, я отлично сделал. Ну, перекат хотя бы успел сделать. Хоть что-то. Он боится, что я его скину. Нормально. Он мог меня сейчас убить! Тихо, бежим. Как? Просто как, Ubisoft? Объясните! Ubisoft! Говно, компания! Ненавижу вас! Всегда такая фигня. Он сейчас не делал удар, он просто отразил мой этот... Как называется-то этот удар? Отразил, короче, он его. Хотел вывести его из... Ну, вот сейчас то же самое. Пошел в жопу. Тихо. Узбагойся, блин! Да вот я не понимаю, ребят, что за фигня. Все, я умер. Проиграл.
А я не мог ничего сделать. Стамина не восстанавливается. Я стою, ничего не могу сделать. Правой кнопкой, средней кнопкой нажимаю по нему. Он не выводится из себя. Я не знаю, как это называется. Вывод из себя. Я по-другому не могу назвать. Вывод из себя. Не, Ubisoft, конечно, молодцы. Пофиксили моего, понерфили моего персонажа конкретно. За которого я играл все это время. Че, боишься? Ладно. Испугался? Не упал. Испугал, блин. Не упал опять. Да что ж ты будешь делать? Я не успеваю даже сделать. Я же защищался. Тихо. Восстановим выносливость. Нормально. Хотя бы выиграли, ребят. Но честно, раньше нормально были перекаты сделаны. У этого персонажа, видимо, понерфили, видимо, заметили многие то, что все-таки перекаты слишком имбовые, и теперь не делаются вообще перекаты. И мне это бесит. Меня это конкретно бесит, меня это бомбит. Ну ладно, ребят, будем стараться, будем играть как-то с такими вот перекатами, которые у нас есть. Но пока что, ребят, я все равно буду играть за этого персонажа, потому что он мне больше всех нравится. Так, ну давайте на этом закончим. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если да, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Не забываем подписываться на паблик ВКонтакте. Ссылка есть в описании и в шапке канала. С вами был Лекс. Всем добра.